Приветствую всех на канале подписчиков, случайных зрителей. Перебираю 25-копеечные монеты луганского чекана. Я вам советую смотреть также на браки аверса. Здесь можно увидеть даже без микроскопа цифры, даты, сдвоены по направлению по часовой стрелке. Вот здесь видно на единичке сдвоение, и в слове Украина буковка У и буковка К идет сдвоено. Здесь даже без микроскопа видно. По каталогу, ребята, я вам сейчас покажу, как это выглядит. Выглядит это совершенно так же. Единичечка сдвоена, вот здесь хорошо видно. И в буковках У, К. Сейчас, ребята, я вам покажу это дело на микроскопе. Берем эти 25 копеечек, ложим под микроскоп, у кого он есть. Здесь будет лучше видно в слове Украина. У краешек и буковка К здесь вверх сдвоенный. Прекрасно здесь все видно. Ну и циферка и 1 в дате вот тоже видно. Она немножко тут, конечно, хуже видно. Есть сдвоение по часовой стрелочке. Вот здесь, здесь видно краешки такие заостренные, сдвоены. Так что, ребята, обращайте внимание. Оно довольно легко видно. Когда имеете даже минимальный навык, смотрите на возможные браки. Так что, ребята, как-то так. Надеюсь, выше показанная информация вам пригодится. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч. Всем пока.